А тебе что рисовать? А тебе рисовать? Давай вот тут еще цветочков добавим. Давай добавим, чтобы было красивее. А что ты умеешь? А яблочко умеешь рисовать на дереве? Садись, Алиса. Давай вот это яблочко. Давай нарисуем вот тут такие яблочки. Да? Кто-то другой съел, бросил. И ты закончил. Молодец, умничка. Давай, Кира, что у тебя? Кир, все? Давай. Давай, моя девочка. Вот, умничка. Давай, у тебя что, цветочек? Молодец. Смотри. А вот так захотелось. Только зимой. Да, не обязательно, можно и где-то. Все? А делать будем теперь? Будем гулять, играть, прыгать, загорать. Вот, мы загорали на коврике. На коврике Сибрид Дэнс. Я на тобой с летячего садочка, золотые ключики. На сей неделе мы проводим підтримку акції допомоги нашим солдатам. Малюють дітки малюнки, щоб покласти їх в пакунки для допомоги на гарячій точці, так сказати. Щоб, ну, понятно, що це маленька капля, дитяча капля, яка може как-то їм допомогти, підтримати їхній дух. Може бути, якась частичка тепла нашого міста дійде до них. Ну, а как дети, они осознанно, да, рисуют, они знают, что конечно, они делают, это да? Это старшая группа делала, поэтому всегда же проводятся беседы и к 9 мая, и 23 февраля, поэтому они уже знакомы немножко с такими понятиями, как солдат, танк, например, вот, ну, на ихнем уровне, скажем так, возрастном. Ну, и дома ж, наверное, не без этого, новости, все равно они в курсе. Некоторые детки у нас уже умеют читать и писать, и написали на своих рисунках пожелания. В основном пожелания мирного неба, поддержки, что мы верим в победу наших солдат. Это была инициатива ГРНО или руководство садика, методистов садика? Это... Наша. Это вы сами проявили садика, инициативу? Да. Инициатива наших воспитателей, ну, мы их поддержали. Администрация садика их поддержала. А какой садик у вас, скажите, номер? 13. Садик 13. Да. 13 детский сад, Золотой ключ. Хорошо. А вы лично, может, что-то пожелаете ребятам, которые будут смотреть? Только возвращения. Живыми и здоровыми. И быстрейшего возвращения домой. Мы желаем быстрее, чтобы закончились эти боевые действия, и чтобы они вернулись в свои семьи, своим близким. Спасибо. Ой, молодец. Все, вот передали нашим ребятам, доблестным воинам, защитникам нашего города и вообще Украины. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо.